Здравствуйте, меня зовут Анна Петунова, я художник-иллюстратор. Сегодня я хочу поговорить с вами об акварели, об основных приемах, техниках, попробовать что-то на практике и в конце написать одну небольшую, но симпатичную работу. То есть этот валик позволяет нам плавно переходить дальше по бумаге, не оставляя за собой полос. Плавно спускаемся вниз, добавляя каждый раз все больше воды. У нас градиентные заливки, которые мы довольно часто используем в каких-то элементах. Давайте проходим чистой водой, высушиваем кисточку об салфетку и вымываем. Посмотрели, как себя ведет маска в работе, то есть на совершенно белой поверхности и на цветной. Лодочки там ничего особо прорисовывать не надо, она у нас будет более схематично нарисована. Горы у нас готовы.